Жестко, жестко вообще. Это что такое? Это что? Это, блин, как вообще? Да давай пропадай, ё-моё! Что ж, привет всем! В игре Lord of the Ring War in the North. В общем, я тут побегал, пообщался с орлами немного. Вот, и сегодня мы планировали попробовать испытание. Нам доступны две эти территории, Лориен и Асгилия. Вот. Перед тем, как отправиться на гору, ну, наверное, попробуем Лориен. Может быть, море откроется. Меня уж тут посылают. Столько локаций, я даже не знаю. Это все они будут, если доступны. Это, конечно, очень круто. Это очень много локаций. Вот. Или Асгилия. Давайте Асгилия. Там, наверное, интереснее будет. Так. Пойдемте в Асгилия, короче говоря. Что делать? Где мои соратники? А, вот они. Атака один! Я вижу сундуки. Сеча жестокая. Надо стрелы приберечь. А Назгул прилетит? Вообще должен был бы. Что-то у меня даже рейдж не накапливается. Видимо, очень слабый соперник. Щепы разбейте, копья, чё? Почему мне ничего не копится-то, елки-палки? Так, надо перестать брать стрелы для лука, потому что у меня их и так 40. Рассвет будет красным. Чё? У меня там, блин, запись идет, загораживает уголок, я не вижу, что там прочитать толком. Их лучники засели наверху. Где? Я не вижу. Не вижу. Я только не понимаю, где. Почему я не могу накопить рейдж? О! Сразу экспишка пошла. А
Орлов, кстати, сюда нельзя призывать. Это что такое? Перейти? Уйти, что ли, можно? Ой, блин, я забыл про них. Это мрази. Где еще? Как говорится, убей его, Леголас, убей его. Ребят, давайте вместе держаться, потому что так нам не сдюжит. Да, вот эти твари, конечно, блин, их вообще. Ну, стрел здесь достаточно. Где? На! Лови, 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 лови. Да где этот супер удар-то, ёпты? С двух стрел умирают, кстати. Если в голову. Где-то еще один. Это орел. Ключевой противник. О! Это кто у нас будет? О, тролль. Да, блин, попадает, гад. Он ей наваливает. Не, надо за два меча браться. Надо браться за два меча. Смотри, все, он попал по мне. Thank you.
Че, еще не все? Как он разворачивается? О! Умер. Сундуки восстановлены. Бьемся дальше. Последний удар. Что там, атака отражена, нет? Нифига. О, нифига себе. Все. Эх, так. Сила, сила. Волю, что ли, повысить на одну очку? Ловкость. Так. Но я не пользуюсь навыками вообще практически. Но я хочу дойти до вот этого навыка. Ух ты какой! Опять прибежал. Ничего себе в него там нашвыряли. О, он еще жив. Нет, уже не. Да кто там опять?
Щитец иногда выручает. Я, конечно, не знаю, может так можно блокировать и обычным оружием. Где враги-то? Ну все, ему уж тут не осталось ничего. Так, тут где-то были сундуки, которые обновились. Сколько у меня стрел? 40. Нормально. О, со щитом. На! Спа пошла побольше. Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Нормально все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот гад с двумя мечами просто какой-то, блин, неубиваемый. Где там гномы-то? Пришибли. А, вот он здесь как раз. Вот это я. Вот это жестко. Еще бегут. Так. Там еще кто-то остался.
Так, мне кажется, надо что-то это с оружием делать. Во-первых, лук надо другой. А, у меня и в правой руке-то вообще какая-то беда. Так, что лучше? Ну ладненько, давайте так попробуем. Вот это кто-то крыльями взмахивает. Я все жду, когда нас гул прилетит. Ёлки, вот меня и прибили. О, все. Это что за жизнь? Они что, и по своим, что ли, лупят? Азгилиад, блин. А, это была такая коротенькая, да? Атака. Нифига себе полят. Пушки с пристани, блин. Кто там, кто там, кто там? Ой, я один остался. А где мои эти бравые сподручные? Ёлки! Я что-то не вижу никого, блин. О! Не успел! Не успел, не успел! Да давай пропадай! Ё-моё! Так, надо гнома оживлять. Он где-то там в коридорах ползал. Все. Все, это конец, блин, мы погибли. Не выдержали. И чё, заново? Чё, с первой волны? Четырнадцатый уровень. Атака один. Серьезно? Вау. Офигеть. Ну давай, ладно, чё. После тролля, короче, там вообще уже. Ну не после тролля вообще.
Ну что-то, блин, без щита как-то. Надо меч поменять. Так, у меня тут прибрались, походу. Вот этот взять меч надо. Да, это, конечно, печаль, блин. Там удар по всем есть, вот это хорошо, а так... Чё, все, не все? Не пойму, он жив или умирает? Ничего не пойму. Давайте вместе держаться, что ли? Но здесь на их лучники нас вообще почти не достают. Так, меня кто-то там лупит. Похоже. Да, это непросто. Сейчас вроде... Да. Блин. Это фиговые ребята. Ну вот, они неплохой заняли, в принципе, плацдарм. А! Собака добежал до меня. Кошмар, а? Подбираются прям конкретно. Ёлки. Здесь прыгнуть никак? Thank you.
На. Да блин! Ничего себе там гоблину на этому гному навешиваю. Ну все, вроде бы. Да, сейчас тролль придет. Так, здесь нужно парное. Защита 8, уменьшенный урон плюс 1. Чё? Сейчас мы его раскромсаем. Ах ты, зараза. Блин, опять попал по мне. Это уже опасно. Ты думал, я про тебя забыл? Себе, блин. Но я не знаю, главное вовремя перейти. Да. Сражения тут, конечно, хороши. Посражаться здесь дают прям вообще.
Мочи, зараза. Так, лук у меня какой стоит? Даже не знаю. Ну давайте, да, восстановление. Да какой я дожил в прошлый раз? Вот, орки. Сейчас будут с двуручниками, ребята, в больших количествах. А потом пойдут со щитами. Жестко, жестко вообще. Ой, не туда. Так, там еще были лучники. Я хочу 16 уровень, блин, а я уже все, я уже не справляюсь. Такое ощущение. Че там, все, волна закончилась, что происходит? Или... А, вон еще бегает где-то. Да, сейчас будут трудности, короче говоря. Смотри-ка, блок пробивают. Мне интересно, будут ли... Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо. Да ты, парнишка, с двумя, блин, мечами достал уже, честное слово.
Надо блокировать чаще его. А то он вообще покоя не дает. С какой стати ты встаешь, друг? Что-то забаговал он, походу. Да я стараюсь, блин. Слышь, непробиваемый. Мне кажется, нам пора отсюда. Сваливать. Потому что что-то как-то совсем жестко становится. А, это вот так вот, да, просто. Ладненько. Ну это жестко, конечно. Если сейчас еще колдуны да взрыватели придут. Где-то еще бегает орк какой-то. Да, 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 точно. Вот поэтому у нас ничего и не заканчивалось, и не начиналось. О, ребята, не знаю. Застанем врасплох, может быть, конечно. Но учитывая, что здесь сейчас будут взрывающиеся, блин. О, ну это коротенькая, короче, такая. Мы справились. Вот с этой мы не справились. Не знаю, что делать. У меня уже и хилки-то кончаются, блин. Хелки. Дайте исчезнуть! Все, опять. Ты смотри, как они быстро. Жесть. Блин, ну это вообще с самого начала. Вы что, издеваетесь, что ли, ребята? Не, я не могу, я потом здесь пофармлю.
Это жесть. Давайте посмотрим, что за испытание в Ириэне. Это жестко вообще. С Гилет этот вообще просто. Надо было уходить. Надо было уходить. А, здесь андеды, да? Ну, до 15 уровня докачаюсь. Даже не знаю, с кем тут легче. У андедов хотя бы нет взрывающихся этих чуваков. Здесь, конечно, обстановочка такое чувство, что полегче, чем возгиливаться. Какие-то эффекты непонятные там появляются у меня. Жестко, жестко вообще. Блин, эпизод такой получился нерезультативный, но ничего не сделаешь. Прикольная локация, такой лесок. Ну это вообще мясо конкретное. Какие-то эльфийские поселения, но почему-то здесь все. А, вот, да, здесь уйти можно. Понял. Ну вот, еще не вылезли, а уже по щам получают. Нифига себе, у них тоже лучники есть, кстати. Да, я думал, я с испытаниями лучше. Ну, как бы сказать. Это первая проба, так сказать. Ну, примерно восьмая атака уже. Уже сложно становится. Мне интересно, кто здесь будет у них. Мертвее, наверное. На подхвате. Типа босса.
Да куда ты летишь-то? Так, этот чем-то заразился. Ну умирай, ёлки-палки. Да, эти чем-то зараженные, короче. Что-то какие-то фризы, что ли, пошли, блин. Игра вроде старенькая, но... Ну, у меня комп старый, конечно. Что-то все дергается как-то. Мясо, 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 мясо. А где эльфийка-то, я не пойму. Продолжает стрелять. Я думал, я голову отстрелил, и норма. Оказывается, нифига. Ну, их тут очень много. Надо держаться, короче, этого места с переходом. В случае чего сразу туда нырять. Так, 15 уровень. Я уже не знаю, я сомневаюсь, конечно, что мне стоит в силу вкачиваться. Ну да ладно. Пока что будем дальше упираться. Чё? Ну, локации, конечно, здесь огромные. О, а, да, у них тоже поле. О, еще один пришел. Но эти тролли вроде даже как послабже. Сколько тут шелупони просто. А мне такое чувство, опыт за них вообще не идет никакой. Полоска вообще не заполняется. Так, а 6. Скоро уходить надо. Пауки! С пауками я еще не дрался. Ничего себе, они шустрые, блин.
Да, одному, конечно, блин, здесь реально тяжело. Игра. Тихо-тихо-тихо. Игра рассчитана все-таки на кооператив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Атака 7. Опять пауки, опять нежить. Ой, ёлки, чё, уже? О! Скажись опять нам конец. Пожалуйста, гном. Жесть. Так, вот эту атаку отразим, и все, и надо уходить отсюда. Становится слишком все уже. Еще кто-то есть? Лучники. Да опыт вообще не копится. Так, все, уходим. Уходим, уходим. Я сейчас посмотрю, кто здесь будет. Атака 8. Да, это точно, их слишком много. Пауки опять. Давай, давай, давай! Давай! Мочи пауков. Ничего себе укусы, откуда, блин? Почему он не жмет-то, ёлки? Могущество не хватает. Так, все, пора уходить. Это уже большой паук какой-то. Блин, я хочу ее завалить. У меня еще есть ники.
Есть, готово. Слушайте, мы, кажется, выдержали. О, пауки, пауки, пауки. Это что такое? Это что? Это, блин, как вообще? Фуф. Ты чё не подыхаешь? Фу. Все, у меня хилок нету. Все, ребятки, уходим. Уходим, уходим. Я даже не хочу. Ну давай посмотрим, что тут еще выполним. Атака 10. Не, все, уходим, уходим. Наверное, в Ривенделл. Жестко. Очень жестко. Фуф! Это был пипец какой-то. А мы хоть денег-то заработали? 15 тысяч. Ну, я не знаю, за что нам. Или это... Или я ничего не заработал, не знаю. В общем, ладно. На этом эпизод заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.